Всем привет, с вами слабый тролль. Ребята, я даже ничего не писал. Я даже ничего не писал, ребят, смотрите. Мама, я в телеке. Вот это я понимаю. Что там, кстати, написали? Вот, ребят, то есть, там есть шансы, короче, кто до сих пор не в курсе, если еще вдруг. Можете посмотреть там, и это, у вас там дополнительный шанс будет. Если вы, там, ну, короче, сами посмотрите там, сколько все стоит и так далее. За какой донат. Блин, я сейчас... Под пивом, да, играю, вот, поэтому... Хоффман, ну, как бы, да. Вот эти два, кстати, классно играют. Хоффман, ну, как бы, да. Блин, а я что-то не посмотрел, кстати. Я что-то не посмотрел, ребята. Надо посмотреть, где Хоффман и вот этот. Что за шанс? Че он не лекает? А вот. Как вот написать ему? Так. Ну что тебе надо-то? Что тебе надобно, старче? Блин, там два чела, нахрен я сюда пошел. Эх, ну ладно, чё. Чипсоны, пиво, ребята. Неделю не пил, даже больше. Здесь лечился. Не вылечился ни хрена. Ну, блин, ну... Я 4 года, у меня не было перерыв. Даже 5 дней не было перерыв, я вам говорю. А тут неделя, пиздец какой-то. Прям, знаете, я даже первую бутылку пью. Пиздец. Вообще другое ощущение как будто. Челик спрятался, а я его нашел. Да. Бывает, челик. Вот неделю не пил, мне кажется, уже я от первой бутылки сейчас, блин, отъезжаю. К челу пришли, уже его кикают, понимаете? К челу пришли, его уже кикают. Вот настолько, ребята, на этот... Настолько люди вот злые здесь бывают. Бывают по... Один человек плохой какой-нибудь. Все, все, всех этот заставит быть плохим. Если добрые все эльфы, все будут добрые. Так. Ч
Че он закрыл здесь, а здесь типа не закрыл, я что-то не понял. Он типа вверх закрыл? Он походу вверх закрыл кто-то. Классный игрок какой-то, походу. Ну, наверное, Хоффман. Я не знаю даже. Ага. Чё я взял? Я не то взял вообще. Да, ребят. Вот это пиво. Ну, смотрите, неделю не пил, да? Считай, что нормально так это. Вытащил по рейтингу. Там почти топ-1. Блин, я перегнал, видос снимал, блин, я всрал как-то, подумал, ну нахрен, не буду. Лучше, ну типа, что это за видос, блин, когда топ-1 всирает. Ну да, я там всех убил, но там последние остались, короче, двое. Гауду поставили, я проиграл как-то. Да, ребят, бывает такое, ну вот, хорошие игроки, короче. А я что-то не знаю, как-то всех снес, всех убил. Вот. Ребята, я не знаю, да просто по угару, типа, блин. Просто приколы. О, не-не, там там двое. Хорошо. Бежим сюда. Что-то я не понял. Вот здесь закрыл, здесь нет, да. А чё, я хп? Только реген у меня? Пиздец. Пиздец. Я даже хп не взял, ничего. Так. Реально, ребят, ну что за бред? Хотя бы беспалевно это делать, блин, что ли? Ну, типа, имею в виду. Хотя бы там... После того, как за волка зашел этот... И сразу такой... Кидаешь первый скилл, я такой... понятно. А тут, блин, ну что это такое, реально? Ну как так? Типа...
А я скажу, где эльфы. О, его кикнули. Все, отлично. Молодцы. Просто мне еще немножко надо. И пока дойду, блин. 100 лет пройдет. Ой. Что пью, кстати, да? Балтика 9. Балтика 9, 8%. Обычно, конечно, пью 4-6 Балтик 9, но сейчас взял 3. Чисто, чтобы это... Ну, блин, страшно. Читать только переболел, блин. Я даже, смотрите, не трачу, да, ничего, я заметил. Писька, хотел забрать предмет, представляете? Опа-на. Кто-то там опасный, по-моему. Что-то мне подсказывает. Сейчас туда пойдем. Догадался, блин. Надо же, догадался, ребят, я. То сейчас кто-то точно придет, блин. Так, вот здесь, да? О, челик спалился, смотрите. Челик, оказывается, ряд еще ближе был какой-то. А я, блин, олень. Спушим сейчас. Спушу сейчас. Кто здесь, признавайтесь. Чел ушел, чтобы я не пушил, я уверен. Только умный так мог поступить. О. Что-то вроде помню его, не? А, да. О. Я о чем и говорю. Я должен спушить. Должен спушить. Нет, давай. Совсем немножечко, я порос это. Есть. Бля, случайно. Ребята, совсем случайно. Ёпарас это. Вот что теперь делать? Как играть? ГГ. ГГ.
Ладно, чё. Будем убивать, ребята. Ну, не сейчас, конечно. Но... Но будем убивать. Стараться, да? Нам нужен, ребята, волк. Вот, ребят, что бывает. Пиво влияет, видите, как. То есть, случайно взял, чпонкнул. Вы заметил, что у меня тут уже это. Нужен срочно волк. Юху! Привет, ты русский? Класс, ни о чем не говорит. Значит, русский или это чё? Да, русский. Смотри, ты можешь ангела отгонять? И знаешь что, можешь купить вот здесь вот есть за 200 золота такой сапог. Вот его желательно сейчас купить. И скорость атаки, и... Так, давай по очереди. Подожди, ты его сейчас никак не убьешь. Тебе надо этот взять. Скорость атаки. Смотри, вот здесь атаку, а здесь скорость атаки. Так, да, сапог взял. Здесь атаку купи. Атаку, все, молодец. И вот здесь скорость атаки. Видишь, у меня вот это вот. Вот такая вот штучка. Вот купи вот такую тоже скорость атаки. Все, молодец. Теперь купи, если есть... Так, сколько у тебя там осталось? Ага, вот здесь купи ХП и здесь защиту. По 12800. Так, давайте рапиру, наверное, сразу сделаем. А теперь сможешь сюда прийти? Сейчас это ты мне очень сильно нужен. Пожалуйста, сюда приди. Давай. Смотри, сейчас их посторожишь, короче. Ребят, сейчас мы этот... Короче, придумаем. Короче, смотри, прикол. Они захотят уйти сейчас, а я на базу пойду, да? И этот...
Получается, что тебе надо здесь стоять втихаря. И сейчас этот... так, у тебя... Ты знаешь, как первый скилл давать? Только сейчас не давай. Первый скилл знаешь, как вот этот давать? Как? Рё... Так, первый скилл у тебя же есть вот этот глазик, да? Глаз. Глаз нажимаешь и нажимаешь на этот, на землю. Вот, смотри, давай, погнали, сейчас этот, смотри. Так, жди, да, вот, стоп, не трать еще один. Так. Так, тихо. Сейчас будет. Догоняй. Иди к ним. Иди. Вот прям сейчас, да, иди. Так, давай. Иди. Вот на этого иди. На этого. Давай, атакуй. Давай, бежим за эту. Бежим за этим. Снизу, который. Молодец. Так, теперь первый скилл, дай сюда. Первый скилл. Ага. Так, подожди, куда он убежал? Вон он бежит. Пошли, побежали. Первый скилл у тебя есть. Дай сюда первый скилл. Быстрее. Ага, все круто. Так, становись вот сюда, пониже. Сейчас он будет убегать. Тебе надо будет это сторожить, короче. Не-не-не, вот сюда наверх заберись, вот сюда лучше, чтобы видеть. Бежим. Смотри, теперь за этим давай. Так, давай, ты за ним беги. Давай. Ну-ка, отойди-ка. Все, молодец. Так, все правильно. Давайте возьмем теперь за два. И за два. Так, знаешь кого теперь? Пошли, заберем вот этого. А, смотри, тебе надо вот здесь стоять. Вот здесь. Дай первый скилл сюда, дай. Ага, молодец, правильно. А, правее, убегай. Сюда, да. Так, первый скилл, дай сюда, первый скилл. Ага, все, видим. Так, все правильно, так, подожди, теперь... Не нападай пока что, подожди. А то сейчас догадаются, смотри. А, тебе нужно встать, знаешь, вот сюда, правее сейчас. Правее, давай, я подожду здесь пока что. Тебе нужно правее встать, то есть через... Вот так, да, через низ вот так. И вот сюда. Угу. Вот здесь. Пока что можешь погонять. Ага. Дай первый скилл сюда. Ага. Так. Теперь давай вот этого убьем. Вот этого давай. Тебе надо встать снова справа, короче. Снова справа становись.
Подожди, или здесь никого нету? А, здесь никого нету. А, он удалил, понял. Он убежал уже куда-то. Так, ладно. Теперь давай, 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 давай. Так, где могут быть? Давай вот этого. Кто там остался вообще? РСД. А, здесь никого нету, да? А, подожди, вон там сверху. Вон он, вон он, вон, вон, вон. Смотри, теперь можешь отгонять ангелов? В данный момент сейчас надо ангелов тебе отгонять, пытаться. Да, у них промах есть, но это... Как-нибудь. Так, сейчас, где могут быть? Нет, пошли вот этого убьем. Налево со мной пошли. Тебе надо вот сюда сейчас встать. Убивай того, там чел этот. Так, подожди, первый скилл дай, первый сюда, первый скилл дай. Быстрее, быстрее, первый скилл. Ага, один снизу, значит, все, вижу. Иди, который чел за нижим. Вот, вот, вот за этим иди, который снизу. Ага, молодец, убил. Так. Так, теперь давай попробуем сюда дать. Ага, пошли вот сюда. А, так, там веник. Сейчас. Ну, в принципе, он не пробьет, но все же. Пошли вот сюда. Короче, ты сможешь вот сюда встать? Левее, короче. Так, сейчас скажу, когда первый скилл дать. Сейчас скажу. Давай, первый, давай. Первый. Быстрее, 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 быстрее. Ага, все, отлично. Вот, вот сюда, да, да, вот здесь жди. Я пока что пофармлюсь. Да, 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 я вижу. А, здесь надо было убить, блин. Сейчас это, ну сейчас, я сейчас это за 32 возьму дерево. А так, жди здесь, вот здесь жди. Да, а уже вот так встань, да-да-да, чтобы видеть. Угу, все, молодец. Так. Ах, гадина. А, ну ладно, там сапог всего лишь был. Этот, сталкер, ты лучше бы отгонял сейчас. Раз с нами. Че-че-че? Ну, типа, отгонял бы с нами, ну, ангелов. Этот, первый скилл, знаешь, куда... Так, давайте всю карту проверим. Вот сюда первый скилл дайте и сюда. Так. Так, пошлите вот этого убьем. А, так, все, я думаю, мы заели. Так, стоп, за два. Ребят, пошлите все вместе сейчас вот сюда. Пошлите. Пошлите, пошлите, пошлите. Сейчас скажу, когда первый скилл дать. Так, первый скилл дайте сюда. Все убили. Так. Где могут быть теперь? Так, вот здесь никого нету, ребята. Давайте вот сюда первый скилл. Вот сюда. Да, ну вот как сейчас будет, когда перезарядка. Вот сюда. Не, немножко не достал, ну ладно, вот так сделаю. Так, теперь вот сюда, вниз.
Проверим там, может, этот снизу слева прям он. Ага. Так, значит, вот здесь никого нету, ребята. Давайте вот сюда. Ага, все, пошлите. Пошлите сюда. Заберем сейчас. Так, что-то я его не вижу. А можете нормально дать сюда первый? Немножко правее. Чтобы просвет был. Ага, все. Становитесь правее вот сюда. Вот сюда, справа. А, блин. Смотри, на, ТП на базу делай. ТП на базу. Которым я лям скинул. Квас. Ты их переведи в 15 дерева и скинь мне, короче. Фармиться сейчас придется. А, смотри, вот здесь у барака, короче, есть такое, типа, менять на дерево. Золото на дерево. Видишь? Поменяй их на 15 дерева. Получилось? Вот, а смотри, теперь таблицу счета открой. Сверху слева, видишь, такое, типа, таблицу счета. Да, вот, все, молодец. Сейчас я, короче, нафармлюсь по-бырому на этот. Смотрите, ребята, вам лучше сейчас ангелов отгонять. Один может со мной быть, да, один может со мной быть. Я буду лям кидать, короче, вот так. И этот. И вы сможете меня переводить в дерево. И так я быстрее нафармлюсь и быстро выиграю. Так, а это последний чего или нет? Надо проверить. Так. Ребята, кто еще умеет переводить, как вас сейчас сделал? Чтобы я лям кидал, а вы типа переводили их в этот, в дерево и мне скидывали обратно. Не умеете, да? Ладно. Так, ну, смотри, римский, смотри, я тебе скинул лям, да, смотри, сейчас возьми, переведи их в дерево у этого барака, да, на 15 дерева, и скинь, пожалуйста, мне обратно, верни, типа, я так быстрее нафармлю себе. Как скидывать? А сверху слева таблицу счета открой, и там give L, если у тебя 15 дерев ровно. Либо напиши, сколько ты хочешь скинуть, короче. И потом нажми этот GIF. Да, вот так вот. Ребят, смотрите, я сейчас буду вот так кидать, короче, вам по очереди. И вы этот... Квас, давай, я тебе скинул лям, переводи. 15 дерева. Этот. Квас, у тебя тайминг, да? А сколько... А, подожди, давай сейчас не переводи этот. Я тебе скину еще лям. Ты переведешь и 30 мне скинешь дерево, хорошо? Чтобы этот... Как его там? Ну, чтобы сразу за один раз скинуть. Пока что не. Пока что этот. Пускай у тебя будет 15 дерева. Ребят, покидайте по всей карте. Вот сюда, и вот сюда, вот сюда. Первые скиллы. А то мало ли там кто-то есть. Ага. Ну, значит, это последние. Последний, наверное, получается.
Так, а этот римский я тебе скинул. Переведи мне в 15 дерева. Квас я тебе скинул, 30 дерева. Скинь. Хотя мы уже, походу, закончили. Так, еще первый скилл сюда, если есть. Ага. Ну все, молодцы, ребят. На этом все, ставим лайки, подписывайтесь на канал. Вот так мы выиграли, короче. Вот. Пока.